Привет всем! Вы на канале Судового Повара. Сегодня я решил приготовить мексиканское блюдо Beef Burrito, говяжий буррито. Для этого нам понадобится сегодня, конечно же, тортильи, блинчики такого вот плана, там L-size, небольшие, мясо, говядина, как и говорил, такими тоненькими-тоненькими полосочками, соломкой, можно сказать. Из овощей понадобится красный лук, чили уже порубил, болгарский перчик, паприка с чесноком уже тоже все сделал, фасоль коричневая и кукуруза, морковь, томат тоже уже разбил. Из специй понадобится серая соль и кайюнский перец. Да, конечно, тут не хватает еще какой-нибудь специальной приправки для буррито, но не судите строго, все-таки 100 миль до берега, нет возможности именно что добавить такое специфическое именно для буррито. Так, дальше. Подам я соус чесночный соус, обычно проще простого, там будет йогурт плейн, йогурт без вкуса, соль, перец, лимончик, сахар и чеснок, да, и как бы все, и присыплю все это твердым сыром гоуда. Ну все, погнали, сначала обжарим мясо и отдельно потом овощи, все это замиксуем и заправим уже в тортилью, блин. Все, погнали. Начинаем с мяса. Сразу обмажу, как говорится, оливковым маслом все наше мясо. И вот на очень раскаленную сковородку. Кто-то сковородку может взять, но у меня лучше подходит для этого толстое дно кастрюля. И тонким слоем закидываю. И быстренько обжариваем, буквально немного прихватим, потому что дальше чуть-чуть прокушивать будем с овощами. Мясо чуть-чуть сейчас подсолю, буквально чуть-чуть, потому что потом буду добавлять еще соль. Все, обжарил первую партию, вообще буквально минутку, может полторы, в сторону. Сейчас вторую половину мяса в сторону тоже и будем овощи обжаривать. Чили, лук, чеснок, паприка, морковь, томаты в собственном соку, кукуруза, фасоль, овощи протушились, добавляю сюда мясо. И буквально минутку-две, так как не перетушить мясо, чтобы не стало резиновым. Сейчас все замешаем, специи добавлю, и все, в принципе, наш фарш готов. Только когда откину на сторону, еще буквально сыра, голды потру сюда в середину и замешаю. И, в принципе, все, будем тогда заворачивать в блины. Специи. Сыр. Сыр еще будет сверху. Буритосы тоже потертый. Это так, фарш. Все, готов фарш. Вот такого плана фарш получился у нас. Слегонца остренький, пряный, то что надо. Подогрел уже немного наши блины тортильи, на центр фарш, раз, два, конверт с этого края и с этого края, вот такой как бы блинчик.
получается. И так все. Ну и как бы все, завернул, разогревал микроволновочки, тортили для того, чтобы она стала более эластичной, чтобы нормально не ломалось тесто, чтобы хорошо завернуть компактно. Вот таким способом сыр сверху и в духовочку на 200 буквально минуток 10. И будет наше сегодняшнее блюдо готово. Тортильи с говядиной. Соус уже сделал, как и говорил, плейн йогурт, соль, сахар, перчика, чуть-чуть чеснок, лимон, сок лимона. И тоже соус такой легенький, чесночный, готов на подачу. Все, 10 минут прошло в духовочке, буррито наш готов на подачу. Вот так он выглядит. С соусом, то, что я говорил, уже подам. И я думаю, что будут все рады. Готовим, делимся моими рецептами, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!